Готово. И мы продолжаем, только надо вспомнить, да, мы по-прежнему во втором переке Ктубот. Последнее, что мы учили то правило, что те уста, которые запретили, могут разрешить. То есть человек сам свидетельствует о себе что-то, а потом как бы говорит, что это уже не так, то если он единственный, который запретил, то мы и поверим ему, что он разрешил. И также мы сказали, что девушка, которую похитили, у нее статус, как будто она лишилась своей невинности. И если она, то есть она уже не может выйти за коэна. Почему? Потому что любая девушка, которая была, которая вступила в связь с человеком, за которого впоследствии она физически не может выйти замуж, а в данном случае похищенная, мы подозреваем, что ее похитили не евреи. А любая еврейка, которая была, вступила в соити с неевреем, она считается навечно испорченной, она не может выйти за коэна. Так вот, девушку похитили, и мы сказали, что если она сама пришла и сказала, ой, а вы знаете, меня похитили, но меня никто не трогал. Она могла этого не говорить, раз она это сказала, и получается, мы только от нее знаем, что она это сказала, и она говорит, что она чиста, ее никто не трогал, мы ей поверим, даже если свидетель, который это говорит, это один свидетель, а не два. И даже если это женщина. Поэтому мы сказали, что если две девушки друг про друга, каждая скажет, что нас похитили, но ее никто не трогал, а она про эту говорит, что ее никто не трогал, то мы поверим. Так, следующая наша мишна говорит, отлично, если такой расклад, а что про мужчин? А если двое мужчин утверждают, что они коины, вообще им можно верить или нет? И вот здесь уже мы сейчас, как увидим, есть спор Танаев. Следующие две мишны. Говорит наша мишна. Вехельшны анашим, то же самое двое мужчин. Абаим меедим аляцмам шем коаним. Пришли и говорят, а мы коины. Никто не знает, коины они. Нет. А мы, говорит, коины. Зеомер коин они. Один говорит, я коин. Второй говорит, я коин. Каждый из них утверждает, что он коин. В этом случае эйнам неймани. Мы им не верим. Летенахем трума, и чтобы давать им теперь труму, мы им не верим. Как это получается? Он сам про себя свидетельствует. Один человек, недостаточно одного, и мы им не верим. Но если они приходят, и каждый из них без матча на един зе эдзе, каждый свидетельствует про своего товарища, то есть он говорит, я коин и мой товарищ коин. Тогда мы им, да, поверим. Лехоль битрума, и да можно им кушать труму, шелейнян трума, маэлим да кеуна альпи эдехат. Что касательно трумы, мы тоже делаем скидку и говорим, что одного свидетеля достаточно. Но, как мы сейчас увидим, так считает наш Танакама. А следующий... Альберт, это получается, что это похоже как ситуацию с подписями, которую мы до этого учили, да, когда говорят, что это подпись, например, да, в Ктубе принадлежит там этому свидетелю, и второй свидетель говорит про первого, да, что-то аналогия какая-то у меня всплыла. Да, совершенно верно. Но у тебя вообще классная аналогия в прошлый раз всплыла. Это был Раби Йошуа, который говорил, что Раби... в случае да. С подписями на бумаге и финансовыми разборками, я тоже согласен, что можно верить одному свидетелю. Но мы сейчас с тобой учим вопросы как раз-таки кровосмешения. То есть человек говорит, что он коэн. Ну что он коэн? Надо понимать, он коэн. Ему можно жениться на разведенной? Если он не коэн, так ему спокойно можно жениться. Если он коэн, то ему нельзя. И дети от такого брака будут навсегда халалим. То есть мы решаем вопросы кровосмешения. Это уже очень серьезно. И, возможно, здесь как бы закон будет другой. Так вот здесь выходит Раби Иуда. И Раби Иуда говорит, «Эйн малим лекун альпи эдихаль». Раби Иуда говорит, нет, одного свидетеля в вопросах кеуны недостаточно. Я спорю с предыдущим Таной. Предыдущий Тана сказал, если они каждый за себя и за товарища скажут, то этого достаточно, можно их кормить трумой. Приходит Раби Иуда, говорит, нет. Он спорит с предыдущим Таной и говорит, «Шейн эдехад нейман леамид адам бехескат коин». Одного свидетеля недостаточно, чтобы сделать второго человека коином. «Ваафилу бимком шейн лахшош легумлин».
Умиколь шекен кешехем меидим зе эдзе. И даже если нету, да, опасения, что, да, что есть такие обманщики, да, как мы говорили, что большинство человек в этом месте должны быть кошерные евреи, или большинство должны быть коинами. Тем не менее, кешехем меидим зе эдзе, если они свидетельствуют друг на друга, и есть опасение того, что они сговорились. Гоблины это сговорились. То есть они как бы план сделали, да, они просто знают Аллаху и начинают друг на друга говорить. Думают, а, сейчас нам все проканает. Шеме коли хаду мерли хаверо, например, каждый говорит про своего друга, хаэда та элай, ты будешь на меня свидетельствовать, ва не аида леха, а я буду свидетельствовать про тебя. Вот так договорились и пошли делать друг друга коинами. Ведь это круто, ведь теперь, если они докажут, что они коины, они бесплатно смогут, их будут кормить трумой. Чтобы такого не было. Гемарам Вар объясняется в Талмуде. Шилдат Раби Иуда, по мнению Раби Иуды, маалин бетрумала юхсин. Труму дают только согласно юхсин, то есть родословной. Келоман харуим шима ахилим трумала адам бехискат коэн. То есть мы смотрим за тем, чтобы людям давали труму, только если у них статус коэна. Мейди мала бехоль маком шоу коэн. То есть повсеместно есть свидетели, которые говорят, да-да, мы его знаем, это сын такого-то, такого-то, это коин и коин. Обычно как бы такие вещи знают. У Маалиму там на юхсин, и проверяют их родословную. Айну шав месиимлу и шам юхесед. Следят за тем, чтобы у него была такая же на уровне жена, тоже с родословной. С коинами все очень строго. С коинами, да, должна быть очень понятная родословная и девочки, и тем более мальчика, да, что, чтобы дети были не халалим. Лефиках эйн маалим лекиуна аль пи эдехад афлиньян трума билват. Поэтому мы не играемся, говорит Раби Иуда, с этими вещами. И одного свидетеля недостаточно, чтобы позволить человеку есть труму. Даже в отношении трумы. Это как бы часть коина, поэтому нельзя этого делать. А валя тана бы мишна кодемет совер, но предыдущий тана в нашей предыдущей мишне, он читал шейн малим митрумала юхсин, что трума это не такой высокий уровень, это не сожительство, не кровосмешение. Ладно, там вопросы трумы, кушать или не кушать труму, но это его проблема. Если он не коин и ест труму, он за это карает, то есть как бы он за это отсечение души, нельзя категорически кушать труму, надо быть в определенной чистоте, только коином. Ну, как бы это его проблема, но это не настолько. Поэтому он не требует такой высокой проверки для того, чтобы есть труму. Илках, поэтому нейман аль-эхад ла-ахилоби трума. Поэтому предыдущий тана в Мишне сказал, не-не, в отношении трумы одного свидетеля, который говорит, что он коин, достаточно, чтобы дать ему возможность есть труму. Теперь говорит Раби Элазар, Амар Раби Элазар, эй матай. В каком таком случае недостаточно одного свидетеля, чтобы мы сказали, что человек коин? Пимком шиеш орерин. В том месте, где есть орерин. Что это? Алава умрим шу пасуль лекеуна. Что есть кто-то, кто говорит, слушайте, а он пасульный для кеуны. Он не коин. А вальбимком шиен орерин. Но если то в том месте, где как бы никто ничего не говорит против, и нету места подозревать, что они сговорились, что есть здесь какой-то хитрый умысел, какая-то выгода, которую он хочет получить, скорее всего, то есть нет подозрений опасаться заговора. Маалин лакеунал пелеха эдеха, то есть он пытается помирить. Он говорит, слушай, смотри, тот сказал нельзя, точнее, этот сказал Раби Иуда нельзя, тот сказал можно. Это зависит от ситуации. Если ситуация, если кто-то, то есть этот говорит, он коин, а люди говорят, что-то мы не уверены, что он коин. Да? Если такое есть, то мы не доверяем. Или да, кто-то, у него какие-то, можно его подозревать в том, что ему выгодно, он специально, он там очень бедствует, ему нужна трума, и как бы логично было бы, что он просто обманывает. То есть, если такие опасения, тогда да, мы не верим. Но если этого всего нет, все молчат, все говорят, да, может быть, и никто не против, и опасений тоже особо ярких, явных не видно, тогда да, мы доверяем одному свидетелю. Ваамнам афраби Элазар хулек аля танашена мишна акудемет весовер. Тем не менее, даже Раби Элазар все равно спорит на предыдущего тану, на нашу предыдущую мишну, что без матча медим заедзе, что если они друг про друга скажут,
засвидетельствуют, что они коины, его Ильвеш Лахшош Легумлин, он говорит, не-не-не, что тот говорит, да, нормально, они же друг про друга говорят, а Раби Лазар говорит, нет, секундочку, если есть опасения, что они сговорились, то мы им не поверим. То есть эта ситуация... То есть тот вообще говорит, даже в этом отношении сработает. Он говорит, не-не, если есть опасения, что сговорились, что это заговор, то не верим. И нам наманим. Рабан Шимон, теперь еще Рабан Шимон бен Гамлиэль. Это очень большой спор. Приходит еще Рабан Шимон бен Гамлиэль, умер. Мишум Раби Шимон бен Хасган. От имени Раби Шимона Сагана. Маалин лекегуна альпи эдехат. Да, мы можем даже на основании одного свидетеля сделать человека коэном. Объясняется в Талмуде. Абмаком Шешоринин, что даже в том месте, то есть Раби Шимон берет вообще другую крайность, бен Гамлиэль, он говорит, что даже если есть, которые ставят это под сомнение, то есть Оририн, который говорит, да не, все взяли, или даже Кегон Миша Авив Мухза Коэн. В Яцалов Коль, Шиу бен Груша, в Невсалле Кеуна. Например, известно, что его отец коэн, но пошел слух, что его отец-то коэн, но он сын разведенный, и он халаль. То есть он коэн по отцу, действительно, но его отец его родил от разведенной женщины, он не имел права быть с ней, поэтому его отец коэн, но он халаль. И получается, его сын тоже халаль. Такой слух пошел, да? Ба эдехад ве иша коэн кашер. Но вдруг приходит один человек и говорит, нет, это абсолютно кошерный коэн. Я знал его мать, она никакая не разведенная. Он коэн 100%, все нормально. Вы ухшар, и он будет кошерный. Ша эдме ватэля коль, потому что один свидетель сильнее, чем слухи. Слухи, на самом деле, тоже имеют какую-то силу. Да, но в данном случае свидетельство в суде одного даже свидетеля имеет приоритет и побеждает слухи. Вешув ба эдехад ваид ша коэн кашер гу. Бехегон зе совер амад шамол бегамлиэль, шемаалин лекеуна аль пи эдехад. Теперь... Шув баушна эйдим, а если придут два свидетеля и скажут шув бен груша, и скажут, что не-не-не, он сын разведенный. Венифсаль, теперь уже все, два свидетеля пришли, все, стопудово, значит, он сын разведенный, он коэн, но он халаль, он такой испорченный коэн. Теперь, вешув ба эдехад, и снова приходит один человек, свидетель, и говорит, что он коэн кошерный. В этом случае совер считает Рабан Шимон бен Гамлиэль, Шемаалин лекеуна альпи эдехад, ваину аэда ахарон, что мы идем по последнему свидетелю, это какая-то фантастика, да, что мы идем по последнему свидетельству, то есть по свидетельству того последнего одиночного свидетеля, шеэдотом митстарефет ледудоши лаэда ришон, что мы приплюсуем его свидетельство к свидетельству того, который был первый. То есть какая была ситуация? Пришел один, говорит, не-не, он кошерный коэн. Потом пришло двое, говорят, ничего подобного, он сын разведенный. А все, двое против одного, вариантов нету, конечно, он сын разведенный. Но последний приходит еще один и говорит, нет-нет-нет, я тоже знал его мать, она никакая не разведенная, все нормально, он кошерный коэн. Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль, что мы суммируем этих двух одиночек в двоих, и скажем, что последний-то был вот этот, который сказал, что он кошерный, и коин будет кошерный. Венимсаш найме едим шу бен грушаве. Точнее, получится, что двое говорят, что он сын разведенный, а двое говорят, что нет, что он кошерный коин абсолютно. Илках мейдим уто альхезку, то шу коин кошер. Поэтому мы оставим его в его кошерном статусе, потому что как два свидетеля против, два свидетеля за, но до того, как весь этот замес начался, все думали, что он кошерный коэн, а значит, у него еще есть хазака. Поэтому хазака плюс два свидетеля сильнее, чем просто два свидетеля. А ван Раби Лазар, соверно, Раби Лазар считает, что такое так нельзя делать. То есть соединять вот так вот двух свидетелей в одно не делается так. Вейн малимо тоблаке уна, и ему не дают статус коина. Эле им кен я идушная идим бияхат ше коин кашеру. А только в случае, если эти два человека встретятся и вместе дадут свои показания. Тогда да, когда люди вместе дают показания, мы будем рассматривать их как
да, как цельное показание, но не поодиночке. Итак, здесь, я думаю, лучше всего сделать нам паузу. Скажем только «Лейлу Нишмат». Сегодняшние Мишнайот были возвышение души «Лейлу Нишмат» Ребекка Батакива Анулда Мин Науми. Авраам бен Йосеф бен Улад Мин Тамара. Авимули Рафаэль бен Йосеф бен Улад Мин Тамара. Акива бен Арон Улад Мин Ребекка. Науми бат Яков Анулда Мин Мирьям. Яков бен Акива Анулад Мин Науми. Ципура бат Михаил Анулда Мин Тамара. Хаим бен Ицхак Анулад Мин Тамара. София бат Ицхак. Ефим бен Лев. Иза бен Марк. Михаил бен Иза. Циля бат Гриша. Ицхак бен Зейд. Мордехай бен Исраэль. Менухатам беганедам. И Куша. Да. А ты сюда хочешь добавить дедушку? Или он здесь есть, я не понял. Он здесь есть, Хайм бен Ицхак. А, ты уже добавил? Да, я уже добавил, да-да-да. Вау. Все, все. Роберт, брат мой. Да, мой брат. Мы на этом... прерываем нашу сегодняшнюю. Спасибо. Спасибо. Всё, я вас обнял. Спасибо. Продолжим завтра. И шаркоах.